Теперь каждую неделю небольшая площадка перед Пушкинской библиотекой превращается в зрительный зал под открытым небом. Так с музыкой, стихами и песнями проходят музыкально-поэтические вечера. Сюда на поэтический балкон выходят местные литераторы познакомить горожан со своим творчеством. Невозможно жить в этом городе и не любить стихи. Во всяком случае, к этому надо идти. Под этим небом, среди этих пальм, цветов, должны звучать стихи, романсы, достойная музыка, должны общаться люди. Вообще концерты под открытым небом стали в Сочи уже традицией. Большой популярностью у горожан и жителей Сочи пользуются курортные субботы. Это концерты, которые проводит Сочинская филармония на площади у органного зала и в парке Ривьера. Зрителем может стать любой желающий. Так, литературную гостиную в Пушкинской библиотеке посетили десятки людей. Простых прохожих, которые, гуляя по набережной, не смогли пройти мимо. С удовольствием слушали стихи и музыку, а некоторые даже танцевали. В стихах, песнях и музыке звучат признания в любви родному городу. Эта тема одна из центральных в творчестве городских поэтов. Свою любовь к курорту литераторы, а также сотрудники городских библиотек закрепили подписями, которые они поставили под хартией «Я люблю Сочи». Сочинские поэты должны стать глашатаем этого нового гуманитарного проекта администрации города Сочи, потому что он призван возродить традиции культуры, призван вдохновлять людей на хорошие поступки. Первые подписи под хартией «Я люблю Сочи» появились на прошлой неделе. Тогда под документом расписались работники культурных, образовательных и медицинских учреждений. Новая хартия – это гуманитарный проект, который призван сформировать ответственное отношение к своему городу. В его реализацию будут вовлекать социально активных людей. Планируется, что хартия будет способствовать развитию волонтерства, творчества и здорового образа жизни. Благодаря новому идейному движению горожане должны стать вежливыми и внимательными друг к другу и обязательно найти себе увлечение. И, возможно, благодаря и таким музыкально-поэтическим вечерам кто-нибудь откроет в себе новые таланты. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.